Семь правовых норм, признанные неконституционными с начала года. Таковы результаты деятельности вновь образованного Конституционного суда. Судьи из 20 стран обменялись опытом в рамках международной конференции в Астане. Ее приурочили к 75-летию Всеобщей декларации прав человека ООН и Дню Конституции Казахстана. Гости конференции в один голос называют нашу страну платформой для глобального диалога. Эксперты обсудили актуальные проблемы отрасли. Это опыт самих стран, поскольку очень много обсуждений и вопросов идет вокруг того, что даст Конституционный суд Республики Казахстан, каково его основное предназначение. Особый интерес для Совета Европы представляет процедура индивидуальных жалоб, которая была введена в рамках конституционной реформы. Далеко не в каждой стране есть процедура индивидуальных жалоб, которая является дополнительным механизмом защиты прав человека, дополнительной возможностью для граждан восстановить свои нарушенные права.